Я здесь, братья! Я здесь! Я иду к вам! Вы уж простите! Я погрузился в благочестивые размышления, которые пробудила во мне речь нашего брата. И не услышал, что меня кличут. Братья, какой прекрасный день для веры! Какой распрекрасный день для нашей веры! Ибо все мы собрались сегодня в храме Господнем. Что такое французское королевство? Тело. Святой Августин сказал: «Omnis civitas corpus est». Всякое общество есть тело. Для существования этого тела нужно хорошее здоровье. Как сохранить это здоровье? Нужно применить разумное кровопускание. Кровопускание! Именно это мне говорят каждый день добрые католики, от которых я уношу в монастырь яички, окорочка и деньги. Мне возразят: святая церковь ненавидит кровопролитие. Но нигде не сказано, чья именно кровь ужасает церковь. Ставлю тельца против яйца, что во всяком случае не кровь еретиков. Да я и сам Жак Непомуссен Гарафло носил когда-то мушкет в шампане. И было дело, жёг там однажды кучку гугенотов в их молельне. Казалось бы, место в раю мне обеспечено. По крайней мере, я так полагал. Но вдруг на моей совести обнаружилось пятно. Прежде чем жечь гугенотов, мы ими чуточку потешились. Это, видно, подпортило богоугодное дело. Так объяснил мне мой духовный отец. Поэтому я поспешил подстричься в монахи. И дабы очиститься от пятна, которое оставили на моей совести еретички, я дал обет общаться впредь только с добрыми католичками. Нам остается поговорить о вождях, которых мы себе выбрали. Конечно, это весьма предусмотрительно прокрадываться сюда, прикрываясь рясой. Но столь великая осторожность может вызвать насмешки проклятых еретиков, которые, нужно отдать им должное, когда завязывается драка, дерутся как бешеные. К чему мы стремимся? К искоренению ереси? Тогда зачем дело стало? Почему мы ходим, крадучись, подобно шайке ночных воров? Почему бы нам не пройтись по Парижу в святом шествии, чтобы все видели нашу отличную выправку и наши добрые протазаны? Кто подаст пример, спросите вы? Пусть это буду я! Я, брат Гарантло, убогий серый брат, сборщик милостыни! С кирасой на теле и мушкетом на плече я выступлю во главе всех добрых католиков! Спасибо, спасибо, братья. Благодарю вас. Вот это успех, брат Гранфлор.